Всем привет! С вами Азбука от Семантики. И сегодня мы поговорим о том, что такое FTP-сервер. FTP-сервер – это сервер, работающий по файл-трансфер-протоколу, протоколу передачи файлов. Используется для обмена информацией файлами между компьютером по локальной сети и интернету. Эта технология является одной из самых востребованных для скачивания и загрузки данных с и на удаленные серверы, рассредоточенные по всему миру. FTP-системы и системы используются при создании веб-сайтов. Вся информация, касающаяся интернет-ресурса, хранится на FTP-сервере. Когда разработчику требуется внести какие-либо корректировки в сайт, он заходит на сервер, скачивает файл, который нужно потом поправить, исправляет и заливает его обратно. И все, изменение вступило в силу. Это быстро и удобно. Визуальное представление зависит от системы, через которую выполняется вход. Есть специальные программы типа FileZilla. В ней данные выводятся в привычном виде Total Commander. На многих хостингах есть своя система управления. Выглядит это также в виде привычного набора папок и файлов. Более подробно рассмотрим технические аспекты и расскажем, что такое FTP-сервер и как он работает. Главная функция FTP – передача файлов и папок. Помимо заливки и выгрузки информации, доступны различные команды, с помощью которых можно управлять файлами и каталогами. Требуется аутентификация, наличие выделенного канала для каждого соединения. Поддержка двух режимов передачи данных – текста и бинарного – в двоичной системе. Второй вариант сокращает время и трафик. Использование множественного подключения – как минимум двухканального, через один передаются команды управления и возвращаются обработанные ответы. С помощью других осуществляется файловая передача из расчета выделенный канал на каждую. Для входа на сервер требуется заполнить форму авторизации, иначе говоря, пройти аутентификацию. После ввода логина и пароля эта информация передается в систему. Если она принята, клиент получает приглашение, откроется рабочая сессия. Бывают варианты входа без указания регистрационных данных. В этом случае доступные посетителю опции будут ограничены. Есть еще один вариант, как зайти на FTP-сервер – анонимный доступ. По умолчанию вход происходит при вводе логина Anonymous. Написание может отличаться регистром букв. Однако, самый распространенный способ, когда предлагают залогиниться с помощью электронного адреса. Такой вариант доступа используют многие FTP-хосты, рассылающие обновления ПО. Для подключения можно использовать веб-браузер или файловые менеджеры типа Total Commander или FileZilla. Через браузер вы сможете посмотреть, скачать файлы, при этом внести изменения вы не сможете. Удобнее работать через программу клиент FileZilla, можно скачать в свободном доступе. Создаем новое подключение следующим образом. В поле «Хост» вводим адрес FTP-сервера, заполняем поле «Имя», пользователя «Пароль» и при необходимости «Порт». Где взять адрес? Если вы подключаетесь к серверу, размещенному не на хосте, все доступы есть у владельца сайта, их предоставит провайдер. Файлы веб-сайтов – это самый распространенный вариант использования, но это далеко не все, что располагается на FTP-серверах. Там можно хранить любую рабочую, либо личную информацию больших объемов. Как вариант – фотографии, видеофильмы, практически любая информация, которая ежедневно пользуется миллионами людей, размещена на FTP-хранилищах. Это ПО, демоверсии программ, электронные книги, законодательные акты, статьи, фильмы, музыка. Все, что можно оформить в файловом представлении, в интернете созданы каталоги, содержащие терабайты информации полезного либо развлекательного характера. Как правило, доступно в анонимном режиме и не требует оплаты. Слабая защита от взлома и атак из-за технических особенностей могут повредить не только серверы, но и клиентов, поэтому личную информацию на них хранить не следует. Проверка подлинности источника пакета передачи данных отсутствует. Это приводит к уязвимости перед DOS-атаками. На сегодня все. Напоминаем, что все выпуски Азбуки доступны в текстовом виде у нас в блоге. Ссылка будет доступна в комментариях под этим видео. С вами была Азбука от Семантики. Подписывайтесь, обучайтесь, обращайтесь.